новостройки, любой регион России. Меняем на Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский край. Столовая Дзёнги. Сеть магазинов Бриста. Смотрите, какие балкончики. Сталинские еще. Такие уже подгнившие. Держатся. Держатся. Пекарня Десерт. Иван да Мария. Здесь берет начало улица Советская. Раньше площадь Металлист была, сейчас не знаю, как называется. Это Юрий Алексеевич терпит пацанов, которые лазят по нему. Здесь вроде был завод «Металлист» чуть дальше. Сейчас я проеду здесь. Посмотрим. Магазин «Аба». Завода не вижу «Металлист». Короче, у меня такие смутные эмоции, это вообще. Дальше проеду, интересно посмотреть, что там у нас. Проехал автобус слева от меня, 37-й. Thank you.
Красная 30, автокооператив колеса. Здесь трамвайчик раньше ходил, сейчас будет бывшая конечная. Четверка, пятерка, два трамвая. Один на набережную, другой на вокзал. Показывает 18:28. Проходные. Территория Б, наверное. Я постоянно путаю. Территория А, территория Б. Какая-то из них, наверное, Б. Сейчас я покажу. Наслушался за один день. 20 лет или сколько, 30 лет не слушал. И за день наслушался. Пора в город ехать. Прием выполнен, зависание в воздухе, он на месте стоял, секунд 20 где-то, вообще на месте. Я не спец, но я думаю, это круто. Поймать его. В общем, Игорь, напиши мне, эта часть, не эта, где ты служил.
бывший военторг. Сейчас здесь кондитерская продукция, пекарня «Огонь», «Удобный», постельный бум. Все вместе, в общем. Улица Ленинградская. Четвертая школа, если не ошибаюсь. Автобусы ходят, я заметил, 24-й, 37-й. Но вот здесь уже потише, от завода отъехал, потише. Спортивно-плавательный комплекс «Амур».
что, пора двигать в город. Ну, в принципе, пока тепло, не холодно, хорошо. Сегодня вообще теплый день. Намного теплее, чем вчера. Немного углубимся. Победы 20/4, пятиэтажечка вот. А это так называемые три поросенка, одни из них. На них в советское время красовалась надпись «Слава КПСС». Красные буквы такие большие. Цветочки здесь красиво во дворе. Так, а здесь что у нас? Лужа. Бордюры меняют, наверное, ремонт. Бар справа от меня. Гриль-бар. Ресторан «Шанс» называется.
поехали по советской, проедем. И потом по Ленинградской на том шоссе. Это парикмахерская, самая долгоиграющая в городе. Я ее помню еще со школьных лет. Плитку положили. Здесь была библиотека. О, осталась библиотека. Библиотека. Даже век интернета живет. Такая неплохая была библиотека, неплохая. Мне нравилось в нее ходить. Это знаменитая советская 27. Рассказывать никому не надо, сами знаете. Советская 27. Здесь было фотоателье. Сейчас десяточка. Здесь была фотоателье. Где-нибудь подальше пристегнусь и приду сюда. Если поеду еще на Дземке в ближайшее время. Здесь двойка ходила. Сейчас не знаю, остановка рабочая, нет? Наверное, рабочая, что-то ходит. Справа от меня 4-я школа. Если не ошибаюсь, имени героя Советского Союза Игната Хоменко, который был комсомольчанином. А, ну вот его бюст. Да, бюст. Помню, помню. Учился в этой школе. До 4-го класса. Улица Ленинградская.
самолетики все тише, а мы все дальше. Отличный день такой сегодня. Не холодно, ветра нет практически. Он такой южный. Вчера был северный, а сегодня южный, поэтому тепло. Новое полотно положили. Ленинградская 26 слева от меня. Раньше была детская стоматология в следующем доме. Здесь был банк Зёмги, сейчас центр медицинских комиссий. Амба, ну куда же без Амба? Амба вас найдет везде. Это конкурент Сбербанка в этом отношении. Да ничего, ничего, объедем. Мы же не трамвай, объедем. Ну вот, друзья, все, выезжаем сюда на Комшоссе. Едем в город. Кому понравилось, пишите. Смотрите, какие сопочки красивые, зеленые. Остановка здесь появилась. Раньше не было тут ничего. Хотя нет, там была трамвайная остановка. Трамвай там был. Асфальт, тепло идет. Прям жарко. Жар такой от асфальта.
Солнышко садится. Сколько на часах? Без 5-7. Здесь опять посвежело. Вот мимо травы проезжаешь, мимо леса, прям холодно. Рыбачит даже.